приказа. Не волить не могу, но подумать подумай. Вот твой дом, отсюда не распадай. Точка. Режиссер Виктор Бусаренко пьесы Вампилова знает наизусть. Это его любимый репертуарный автор. С постановки прошлым летом в Чулимске Виктор Васильевич начинал свою карьеру 40 лет назад. Вернуться к произведению решил в честь юбилейного года. В августе великому драматургу исполнилось бы 80 лет. Пьесы его современников почти не идут сейчас в репертуаре. А Вампилов, он сиюминутный. Вы знаете, мы перенесли действие, ведь, открою секрет, из 70-х годов в нулевые годы 21 века. Да, и пришлось только заменить пару реплик буквально. Пьеса удивительно ложится на сегодняшнее время. По словам режиссера, основной конфликт пьесы с момента ее написания абсолютно не изменился. Это борьба за человеческое в человеке. И с каждым годом голос Вампилова звучит только пронзительнее и громче. Это что? Снова за ремонт? Валь, ну подписалась ты с этим полисом? Не надо. Да я его вижу. Нет. Это напрасный труд. Надоело. Валентина, пройдя через палисадник, словно переступает через себя. Пожалуй, это самый волнительный момент в постановке. Что же будет дальше? Сможет ли хрупкая девушка продолжать бороться? Ей всего 18, в поселке она единственная, кто не желает мириться с провинциальной обыденностью и хочет все изменить. Мне кажется, ей определенно сложно, потому что вообще она белая ворона. Ее никто не понимает. И постоянно ей молча с помощью этого палисадника приходится доказывать какую-то свою правду, какое-то свое видение этого мира. Главная героиня влюблена. Ее взаимоотношения с молодыми людьми также в центре сюжета. Есть следователь Шаманов, сын буфетчицы Пашка и бухгалтер Мечеткин. У каждого своя история. Да мы давно встречаемся. Заткнись, тебе говорят. А ты опоздал, ты ей не нужен. Заткнись. Ты ей не нужен. Она меня любит, тебе не видать ее. Никогда стреляй. Ну, он сломленный человек. Он очень хотел добиться справедливости, в результате добился того, что его просто убрали. В принципе, вещь такая достаточно актуальная. В пьесе Вампилова соблюдаются правила единства места и времени. Также и на сцене все события разворачиваются в течение одного дня. Постановка выполнена в классической манере. Все как в жизни. А значит, и понятно будет для всех поколений. Премьера состоится 24 и 25 марта. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.